Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, дорогие тольяттинцы, сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы. День Победы поистине всенародный праздник. Он побуждает каждого из нас гордиться своей страной, ее воинами-освободителями. Ровно 75 лет назад наши отцы и деды и прадеды совершили бессмертный подвиг во имя спасения Родины. Преклоняясь перед отвагой и доблестью солдат в годы Великой Отечественной войны, мы всякий раз осознаем, какой страшной ценой был завоеван мир, свобода и независимость. Эта память не имеет времени, возраста и границ. Она укрепляет нравственные ориентиры и ценности, вдохновляет на честное служение Отечеству. Долг каждого из нас сохранить историческую правду о Великой Победе и приумножить наследие поколения героев-освободителей. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за силу духа, стойкость и мужество на пути к Великой Победе. Примите самые искренние слова благодарности за доблесть и отвагу, за благородство и любовь к Родине, за ратные и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. От всей души желаю ветеранам крепкого здоровья, долголетия, тепла в окружении родных и близких людей, всем тольяттинцам благополучия, счастья, мирного неба над головой. Давайте помянем погибших и выпьем за живых. С праздником, с Днем Великой Победы! Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, уважаемые тольяттинцы, от лица командира 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской ордена Суворова бригады специального значения поздравляю вас с светлым праздником, 75-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это всенародный великий праздник. Такой победы нету ни у одного народа, как у народов Советского Союза. Счастья вам, долгих лет жизни, здоровья, благополучия, побед над всеми невзгодами. С праздником! Огонь! 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 Огонь!